Орловскую область посетил заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков. Он провел рабочую встречу с губернатором Орловской области Вадимом Потомским. Обсуждались итоги социально-экономического развития региона и выполнение майских указов. Это такая первая рабочая поездка после Нового года. Мы с губернатором обсудили вопрос социально-экономического развития, итоги года. Они хорошие, то есть такие вот позитивные. Еще раз посмотрели, как выполняются указы президента, то есть линейка эта, она тоже у нас таких больших тревог не вызывает, то есть они выполняются.